экспедиция на Алтай. Мы к ней довольно долго готовились. В результате нас осталось двое, я и мой друг Денис. Только что мы запаковали все вещи в машину, и выяснилось, что моя машина, она вообще не приспособлена для того, чтобы путешествовать вчетвером, потому что, я сейчас вам покажу. Вот смотрите, вот это мой друг Денис. Вон он, видите? Всего настолько много, но мы как бы много всего взяли, бензопила у нас есть. Как выяснилось, что у нас еще в салоне, тут, в общем, полный салон всякой всячины, типа, на которой спать. Вот. Ну, зато я понял, что моя машина, она не предназначена для путешествий вчетвером. Ну, а вдвоем нормально. Там же не видно, сколько времени на камере, да? Почему? Я готовлю завтрак. Километров 100-120 мы отъехали и оказались в таком вот чудесном лесу сосновом, называется он Караканский бор. Здесь наши друзья устраивают тренинги каждые выходные, ну, по крайней мере, на протяжении ближайших 2 недель. Видите вот этот пакет зеленый, который к дереву привязан? Это означает, что нужно поворачивать налево на машине к лагерю. Мы сюда заехали, прежде чем попасть на Алтай, решили немножко вот тут по Новосибирской области попутешествовать. Такой шлагбаум, чтобы чужие люди не заезжали. Завтра утром у них начнется здесь тренинг. Ну, а мы сейчас уже собрали нашу палатку и поедем дальше. Погнали!